Итак, ребятки, интересная такая фишка есть в Питере, да, вот это район, не помню какой район, рядом находится метро Выборгская. И самое интересное в этом районе то, что справа вот этот вот огромный забор, это не что иное, как железная дорога, которая здесь идет наземно. Никаких виадуков для нее не придумано. Соответственно, эта штучка делит этот район надвое. Есть интересная фишка, сейчас покажу. Начнем с того, что показываю, как будто из церкви били по нечисти. Аж заборчик помяли. Видимо, нечисть была в машине и ее выкинула. Ладно, вот я подошел к метро, и у метро есть подземный переход. Подземный переход, между прочим, начинается именно внутри метро. То есть можно выйти из метро и сразу спуститься под землю. А далее будет много интересного. Смотрите, куда ведет этот подземный переход. Напоминаю еще раз, справа от меня забор. Слева от меня метро. Качаюсь, потому что иду. Аппарат, с которого пишу, это Blackbird BV. Ой, да, BV8800. И он не имеет возможности закрепляться в обычный дешевый стабилизатор, а дорогущего у меня нету. Почему? Потому что аппарат тяжелый. Так вот, опускаемся в подземочку. Налево у нас метро. Но у нас есть путь прямо. Как ни странно, это выход на ту же улицу, с которой я зашел после такого длинного кульбита. И тут у нас развилочка. Причем левый путь независим от правого пути. Желание сходить в оба варианта. Но мы пойдем по левой стороне. Вроде бы люди должны ходить по левой. Выглядит как бункер. Потолок. Прямо над головой. При росте 182. Ну и по утрам 183. Я с легкостью достаю до потолка. Сейчас практически уже головой. Потолочек справа, как вы видите, ниже, чем слева. Да-да. Вышел с другой стороны этой железной дороги. Совершенно уже в другом районе. Ну, образно, конечно же. То есть железка реально пилит это место пополам. Ну что, прикольно. Я оказался в другом мире. Просто пройдя под землей под железной дорогой. Хотя теоретически, конечно же, все это относительно недалеко. Вон дом видим. Но по сути оттуда сюда машины проехать, ну как сказать, вокруг могут. Довольно-таки геморройно и далеко. И вон уже совершенно другая инфраструктура. Совершенно другие дома, районы и все такое. Вот такие приколы есть в Питере.
Ну и вот нам выход в метро. Точнее, как сказать, для меня выход, а в метро как бы это вход. И все, и мы на месте. Всем спасибо, всем пока. Это Латуха и необычные места Питера. Можно сказать, новый цикл видео.